Все, девочки, муж сходил, купил капусту. Буду сейчас салат делать. Купил мне, ну не мне, нам всем, естественно. Я его попросила, список сделала. Я все уже помыла. С добавлением уксуса мою. Виноград вот этот, без косточек, очень вкусный. Без косточек. А это... с косточками, крупный. Вкусный виноград. Помидоры, огурцы купил. Сказала бибер купить. Купил. Мужик пошел в магазин, купил бибер. Это бибер долмасы. Долмалык бибер. Для долма делать. Что делать, не знаю. Они же еще и разные, видите. Ну, мужик. Мужик сказал, мужик сделал. Попросила его купить петрушку и нане. Он с окна, у нас же с окна. С окна же, видите? С окна мне показывают укроп, типа. Я говорю, бери. Укроп тоже бери. Купил. Купил мандарины, девочки. Зеленые. Не знаю, сейчас буду пробовать. Яблоки купил. Сливы купил овальные. Я люблю вот такие овальные. Все. Все. Заплатил 55 лир вот за эти фрукты и овощи. Персики лысые я ему сказала купить, но их не было. Там немножко было. Он вышел из магазина, и манавщик начал персики лысые из ящика вытаскивать. Капусту, я ему говорю, по половинку возьми. Он говорит, он не дает половинку. Манавщик это. Они же чередуются. Октайбей бы был, он бы дал половинку. Отрезал бы. А этот капризничает. Вот брокколи привезли. Семизоту привезли. В ящиках, видите, стоит. Бибер поставили. Вот я хотела вот этот красный бибер. Армуд поставили, видите? Свежие сейчас привезли. Бананы привезли. Свежие сейчас. Муж только вышел с магазина и привезли свежие фрукты и овощи. Ну, что делать? В аптеку зашел. 60 лир пачка, упаковка масок. Он купил за 60 лир в аптеке. Разные. За 40, за 50 тоже есть. Но они совсем, совсем, совсем тонкие. Не купил какой. Купил за 60. Вообще зеленые мандарины, без очков плохо вижу. Ой, запах такой. Ну, зеленые. Их зелеными срывают, потом в магазине вот так вот хранят. Чтобы... Это только начало. Только начало. Вот в сентябре они начинаются, в октябре уже будет разгар мандаринов. Ноябрь, декабрь. Апельсины пойдут потом. В октябре уже будут апельсины. Ой, прям слюнки текут, девочки. Хочу попробовать. Смотря какой сорт. Вообще бывают сладкие. Бывают зеленые апельсины слаще, чем когда они уже полежат, пожелтеют. Ой, запах такой. Кислые. О, лимон. О, лимон прям, девочки. Не могу такого кушать. Принесли, ребята. Я сейчас здесь отрезала. Каргу принесли. Книги Октайчуку в школу. За книги заплатили 3000 с лишним. Школа же частная, поэтому за 3000 с лишним заплатили книги. Сейчас, говорит, будет урок, нужно книги доставать. Они же в книгах, тесты у них, все такое. Вот, сынок, бери. Лист, говорит, здесь есть. Вот этот, что ли, лист?
один лист только. По листу нужно выбрать. Это на целый год, за 11 класс. Держи. Все. Вот такие вот книги. Ну, по английскому у них обычно много. Здесь вот резиночка, они за это. Сделана резиночка, видите? Фасована. И резиночка, чтобы не катались. Что-то не очень так много книг. Прошлый год было больше коробка, больше было книг. Нет, сейчас больше. Не, тяжело. Мальчик возле дверей поставил. Без маски он был. Я маску одела и сюда домой затащил. Сейчас еще больше книг. Ну все, бери, давай. Давай, готовься. Вот отсюда бери. Я не могу. Все, отсюда что надо, бери книги. Только колония потом в ручке обязательно. Хорошо? Ой, не забуду я. Колония. Забуду я. Поставь себе колонию возле компа. Пусть стоит. Хорошо? Давай, колагерься. Привет, ребята, из Стамбула. Видите, 9 часов утра. Как я и говорила, люди ходят в легких жакетиках. Прохладный ветерок, потому что фрукты, овощи у нас, как всегда, все свежее, хорошее, вкусное. Наверное, мужа попрошу купить сливу мне овальную, инжир, персик волосатый и капусту я хочу. Сельдерей, может быть, и сельдерей, мандарины лучше, мандарины, огурец, помидор тоже надо. Свеклы нету, вот я не вижу свеклу. Свеклу бы с капустой салат я люблю, вкусно. Чуть-чуть уксусом приправить, но нету. Как ваши дела, ребят, чем занимаетесь, как у вас погода, как настроение? Делаю завтрак, бугур с курицей. Бугур отдельно был отварен, и это курица тоже для Айдынчика делаю, для Алтайчиков тоже будет на завтрак. Видите, кто-то в жакетиках, кто-то нет. Маску сняли с ребенка. Ну, конечно, тяжело в маске, в руках держит. С Айранчиком сейчас завтрак сделает Алтайчик. Уроки у них начались. Вот, девочки, рис же остается, Айдын берет и тут остается потом. Я или яйла чурбасы делаю. И вот сегодня же муж
Долма купил, долма лыкбибер. Я сейчас долма быстренько сделаю. Начиню. Сюда положу салча, петрушку положу, чеснок, лук положу, перемолю на блендере. Без мяса. Бахаратов набухаю. Сейчас. И картошечку положу. С картошечкой еще будет. Вкусно. Сейчас сделаем. Вот, девочки, блендеровала. Здесь укроп, петрушка, лук репчатый и чеснок. Все на глаз. Кто сколько любит, девочки. Сейчас я переложу все это. Биберчики почистила. Сверху мы положим помидорчик. Закроем. Капак у нас будет. Крышечка. Картошечку. Если нужно будет, еще, может быть, одну добавлю. Сюда обязательно нужно добавить томатную пасту. Может быть, хватит. Я же в воду тоже буду добавлять томатную пасту. И бибер. Солчасы. Перцовая и томатная паста. Соль, перец, бахараты какие вы любите. Кимьон положите. Нане, кикик. Нане у меня тут есть. Кикик любите, кикик положите. Вообще кикик не кладут, ну, если вы любите. В общем, по вкусу все на ваш вкус. Кипяток поставила, пусть закипает водичка. Черный перец, красный перец молотый, соль добавила. Сейчас перемешаю все вот это и буду начинять. Я еще добавляю гранатовый соус, но у меня что-то нету, не вижу. Кончился, что ли? Мальчиши скушали. В общем, лимон добавлю. Сок лимона. Будет вкусно, ребят. Кислинку даст, будет очень вкусно. Девочки, рис остался. Вот я начинила. Они же разные по форме. Ну, муж такие купил. Это сейчас кипятком залью. Томатиков потом сверху. Вот рис остался. Вот картошку почистила. Две картошки побольше выбрала. Эту картошку так просто кубиками порежу. А вот это, из этих остатков сделаю... Кабак нету, жалко. Мюджверчики можно было бы сделать. Ну, драники сделаю. Драники. Еще одну картошку почищу. Лук, чеснок, петрушка тоже, укроп добавлю. Яйцо, мука чуть-чуть. Драники будут у меня. А это сейчас начиню. И покажу все вам. Все, девочки, закончила. Начинила как раз. Как раз пустоты вот этой картошкой добавлю сюда. Пустоты. Лавровый листочек положу. Помидорчик сейчас крышечки сделаю. Капак. Залью водичкой и покажу вам. Все, девочки. Соль, перчики добавила молотые. Лавровый листок положила. Начинила все по краям. Вот картошечку добавила. Пустоты заполнила. Соус. Тоже вот сюда с краешку налью. Все, сейчас. Сколько водички? Нормально. Все, девочки. Будем готовить. Оливковое масло надо долить еще. Сейчас я долью оливковое масло для варки. Все. Все, пусть готовится. Все, девочки, вот остатки из долма. Картошка, один лучок, чесночок. Еще картошку добавлю. Петрушка, укроп. Ну, бахараты всякие. Пульбибер. Соль, естественно. Яйцо. И муку добавлю. Все, девочки, все измельчила. Сейчас муку буду добавлять. Бахараты все добавила. Муки мало, блин. Ну, там мне, если что, это... Там буда есть. Добавлю, наверное, ее. Сейчас, девочки, замешу тесто. Еще надо. Еще ложки 3 надо сюда муки. Сейчас. Все, девочки, я добавила. Добавила ржаную муку. Пшеничную, высший сорт. И пшеничную цельнозерновую добавила. Все. Все. Все готово.
хорошенько надо перемешать еще. Хорошенько надо перемешать. И все, и будем жарить наши, ну, можно сказать, овощные оладушки. Все, будем жарить. А биберчики готовятся, видите? Биберчики у нас тут на славу. Сейчас чуть-чуть покалится маслица и добавим. Все, девочки, давайте потихонечку. Потихонечку наши оладушки овощные. И лучок, и чесночок у нас здесь с вами. Картошечка. И мука разных сортов. Вкуснятина. Давайте вместе с вами попробуем. Мокрую эту. Мокрую взяла. Без очков, через камеру смотрю, ребят. Так что простите, извините. Ну ничего вроде, да? Бахарата нету здесь. Ой, этого, кабартма. Без разрыхлителя. Все. Все. Перевернули. Попробуем сейчас. С йогуртом, я думаю, будет вкусно. Немножко пересолила. Блин. Ну ничего. Для мальчишек моих будет нормально, а для меня это солено. Для мужа тоже нормально. У нас Айда не ест биберы дома. Будет, может быть, картошку, не знаю. Посмотрим. А муж с соктаем будут кушать. А эти тоже все будут кушать. Ну, конечно, горячие, когда вкуснее. Но это же картошка, долго стоять не будет. Сейчас. Сейчас возьмем с вами вместе, попробуем. Все. Видите? Толстенькие, вроде ничего. Пропеклось. Сейчас посмотрим. Сейчас, ребят, я без вас положу сюда. Давайте, ребят, попробуем с йогуртом. С йогуртом попробуем. Один. Не вижу ничего без очков-то. Видите? Вкусненько на вид-то. На вид-то аппетитненько. Ну-ка. Попробую. И лучок, и чесночок, ребят. Микамели харика. Надо забирать. Ой, ребят, одной рукой не могу. Я уже, ребят, третий ем. Третий. Здесь пеку и ем. Вкусно. Горяченький когда. Свеженький. Только что приготовлен. Очень вкусно. Вкусно. Ножиком можно резать. Но я же говорю, я же одной рукой, без очков, через камеру смотрю. Вкусно, ребят. Советую. Да, девочки, вы тоже так делаете, я знаю. Уктайчику давайте отнесем тоже, он там уроки делает. Уктайчику принесем. Да, как? Уроки сейчас есть? Учитель сказал, что... Книги готовьте? Нет. А Иранчик принести? Покой Лантене, все, можно сказать. Ага, да. Прожу, потом скажи, ничего не понятно. Давай, сынок. Приятного аппетита, кулай вяльсин. Аккуратно, ладно? А может, еще покушаешь? Потом будешь делать. Сейчас же урока нету. Ага. Покушаешь? Ага. Долма тоже я сделала. Будешь? Да. Давай. Для же ребят в школе занимаются. Из школы преподают онлайн обучение. Дистанционное. Сейчас обеденный перерыв у учителей. Кормят их там. Поэтому после Early Dance on Run будет это. Вот все. Ну, честно скажи, тебе понравились? Угу. Что, я буду убраться, что ли? Ой, там, блин, ничего не видно. Все. Все, девочки. Сейчас дома тоже вот тачку дадим. И все. Все, девочки.
собери, можешь мне положить. Айранчик там есть. Давай, айранчик. Не, я айран не буду. Не хочешь? Нет. Сейчас. Сейчас. Это тоже уже дома. Дома готово. Все, пожарили мечверчики наши. Не мечверчики это. Мечвер в основном из кабак. Говорят, мечвер. Значит, такие маленькие. Думал, да? Баба купил, я ему сказал, бибер купи. Он пошел купил. Не прямо купил бибер, да? Нет, мало он купил бибер. Бибера мало купил. Я имею в виду, что маленькие такие. Всего вот сколько вышло. Видишь? Я говорю, что... Маленькие. Он два больших купил, два маленьких. Ой, какой бульон хороший. Сейчас, ребят, горит. Все. Тебе бульончик побольше, поменьше? Все, ребят, все, девочки, мы с вами приготовили. Картофельный долма, бибер долмасы и оладушки овощные. Все. Салют из Стамбула, ребята, будем прощаться с вами. Всего вам доброго, светлого, позитивного. Всех благ вам. Спасибо за просмотр, за то, что смотрите, пишите, ставите лайки, делитесь в соцсетях. Пока. До встречи. Пока.